Всем привет! Сегодня я хочу распаковать вот это письмо. Это у нас письмо от Виталия. Канал Нумизмат 55 Рус. Давайте скроем и посмотрим, что же там внутри. Для меня тоже это сюрприз. Итак, распаковала конверт. Внутри был такой конвертик специально для Юрия, корректора. Сейчас я попозже чуть покажу, что там внутри. А остальное, я так понимаю, это для меня. Такая вот набор универсиады в Красноярске. Две монетки я буквально на днях как раз получал такие монеты. Для Юрия заказывал. Так, следующая банкнота Ирак. 1000 динаров. Такая хорошая банкнота. Следующая банкнота Монголия. 10 манго. Как билетик раньше в автобусах был. Такие деньги. А также 3 банкноты Киргизии. Это 1 тынь, 10 тынь и 50 тынь. Такие у меня в коллекции присутствуют. Я надеюсь, Виталий не обидится, если я эти банкноты положу в конверт к Юрию, корректору. Так, давайте посмотрим, что же у Юры. Банкнота 100 рублей Сочи, 100 рублей Крым и 100 рублей посвященных чемпионату мира по футболу. Я, правда, Юре уже положил 2 банкноты, но ничего страшного, будет 3 банкноты. Вот такие вот подарки от Виталия. Ссылочка на канал Виталия будет в описании под этим роликом. Заходите, подписывайтесь. Все, всем пока. Не забудьте оценить ролик лайком.